Там у нас будет астрология. Ответ на вопрос. Он сработает в тот момент, когда вы открыли карту, и вас это будет интересовать. Но, думаю, этот вопрос интересует вообще всех в мире. Мне его задали. Мне он показался интересным. Я решила поделиться, почему этот человек меня совершенно беспричинно оскорбляет, задевает. Это касается такой области, что вы человеку ничего плохого не сделали, а он вас начинает оскорблять, писать всякие гадости о вас. Такая ситуация, как у многих, я думаю, в домоуправлении бывает. Абсолютно. С соседями, когда вы ничего им не делаете плохого, но они пытаются вас достать. Вообще, совершенно незнакомые люди и знакомые. Ответ такой получился, что я его решила выставить. А это люди крадники, вампиры. Они ищут жертву. А если вы даете отпор, им это очень не нравится, они еще пытаются грубее, пока не получают окончательно. Отпор магически в том числе не получают обратно. По голове. То, что посылали другим. И тогда они успокаиваются, отходят. Это их пища. Но они пытаются всячески вас оболгать, обмануть, оскорбить. Я думаю, продавцы на это очень многие наталкиваются. Так что, когда вы такой беспричинный всплеск злобы на себя встречаете, это магическая атака. И они очень хорошо понимают, что вы делаете. Или вдруг начинают так заботиться о вас, что у вас все рушится. Мы вам добра хотели. Нет, не добра. Это чисто атака магии Плутона. Плутону-то и есть магия, белая, черная, только как он стоит и подразделяется на белую и черную. Кстати, черная и белая магия даже астрологи прекрасно отличают. Вот он Плутон, вот он давит на Луну. Но могу сказать хорошее, что по карте защита срабатывает, и у них ничего не получается. Получается ли у них? Нет, у них не выйдет. Я не говорю, что у всех вампиров не получается, но те, кто смотрит этот вопрос, эту карту, не получится. Действие не будет завершено. Ну, это не говорит, что они бросят, но не пробьют защиту. Потому что в данном случае страдающий человек представлен Меркурием сожженным. Они именно пытаются сжечь вас, вашу броню, вашу энергию, ваши нервы всякими гадкими словами, мыслями. Не пробьют. Но нервы попортят. Вот для чего они это делают? Они этим питаются.